Добрый день, мои дорогие! Я вас приветствую на канале Lifestyle GS. Дорогие друзья, посмотрите сегодня, какая у нас погода, какое у нас чудесное небо, какие красивые облачка. Это уже у нас заканчивается январь, еще несколько дней осталось. Вот какая здесь природа красивая. Как все красиво цветет, дорогие мои друзья. Хочу вам показать. И вот здесь у нас розмарин и разные хвойные растения. Очень много всяких красивых растений растет. Все такое красивое. Вот хочу вам показать поближе. Тут я гуляю сегодня. И заодно вот смотрю на наше небо. Смотрю, как здесь красиво. И знаете, вот какая вот у меня сегодня тема. Тема такая вот не совсем веселая. Дело в том, что вот сегодня утром нам сообщили, что одна очень хорошая знакомая наша, в общем-то, ушла в мир иной. Человек довольно-таки молодой, довольно успешный. И вот мне вот хотелось, знаете, такие вот мысли, которые вот у меня были сегодня, хотела с вами поделиться. Дело в том, что вот когда мы смотрим, люди, знаете, знакомые, и тогда мы начинаем задумываться, вот с ними что произошло, и вот начинаем как-то примерять на себя. Потому что когда все это далеко и тебя не трогает, и ты думаешь, да, вот так вот бежишь и бежишь, знаете, как вот впряженный. Впрягся и бегом бежишь. И не обращаешь внимания, что и где, и как-то тебя это, не задумываясь о жизни. Просто идешь и идешь. И все идет своим чередом. А когда вот что-то такое, знаете, происходит, начинаешь как-то пересматривать и взвешивать и думать, вот как-то примерять к себе и думать, а вот почему, знаете, это так произошло. Всегда как-то мне, я не знаю, как вам, но мне всегда как-то больно и обидно за людей, которые вот ушли рано. И, знаете, мы, конечно же, не знаем, почему. У каждого своя, как говорится, доля. И, как говорил Шевченко, свой шлях широкий, своя дорога. Но каждый все-таки ты смотришь и думаешь, как-то вот обидно, когда вот, ну, думаешь, ну, вот там прожили, вот человек прожил 95, он все-таки что-то видел и как-то себя реализовал, и все. Когда человек еще вот не старый, полон сил, и вдруг такое вот с ним происходит, и вот начинаешь как-то думать, ну, почему такое вот происходит, ведь это в какой-то степени несправедливость, ну, потому что мы как бы мы не знаем, в чем справедливость высшая, и мы смотрим со своей человеческой колокольни. И вот хочу рассказать такой вот, знаете, случай, который вот произошел, и так он меня очень сильно потряс, и не знаю, вот как-то, знаете, не то, что выбил из колеи, но как-то вот из головы вот не выходит это вот это происшествие. Ну вот женщина была довольно такая активная, имела свое дело. Она была в прошлом учительница, потом, в общем, сделала такую продленку у себя. И в школе ее уважали. И все, в общем-то, о ней были хорошего мнения. И она, в общем, на этой продленке детей кормила. В общем, это было где-то часа 2,5 детки у нее были. И немножко с ними занималась, уроки делали. И все вот про нее говорили, вот только она была на устах, потому что когда говорили, куда вот после школы вот ребенка, на какие-то пару часов, все говорили, вот к ней точно, она такая. В общем, подход к любому ребенку найдет, и все, в общем-то, она разбирается в педагогике. И она такая была вот женщина, много училась, много было курсов у нее разных. Она постоянно себе, как бы повышение квалификации у нее было. В общем, хороший имела подход к детям.
И в какой-то момент мы так столкнулись с ней, тоже стали вот думать, может, после школы своего, в общем, старшенька где-то на час-другой, все стали говорить, что вот такая вот хорошая вот есть женщина, бывшая учительница, очень большая, молодец. И, в общем, мы тоже решили к ней обратиться. Мы к ней обратились, с ней поговорили. Она, в общем, произвела у нас очень хорошее впечатление. И мы вот подумали, какой замечательный человек, вот действительно, и вот решили на следующий год, то есть на этот год решили, в общем-то, с ней быть на связи, и чтобы, в общем, наш старшенький ходил к ней тоже вот в эту продленку. Ну и потом в какой-то момент позвонила ее дочь, и когда уже мы уже и чеки все отдали, и все, и прошло какое-то время, вот это было летом, где-то нужно было уже через пару недель, и уже началась учеба, и мы уже так готовились, и все, и нужно было уже готовиться к школе, и мы, в общем, были в предвкушении, что вот он будет тоже там с друзьями, с его класса, у этой вот женщины. И дочь ее позвонила какой-то раз и сказала, знаете, она сильно заболела. Ну, мы подумали, ну, может, она, не знаю, ну, как, цветущий человек, видел ее несколько недель тому назад. И, в общем-то, она как бы хорошо выглядела, женщина такая вся ухоженная, вся такая, ну, можно сказать, по последней моде и все. И как-то не думала, что это заболевший чем-то человек, что она как бы чем-то больная, что у нее как бы какие-то есть проблемы со здоровьем. Такой она имела вид. Но что, вот я обратила внимание, как раз я пришла забирать своего старшенького, это вот тоже был у меня летний лагерь, и она тоже забирала детей, обратила внимание, что как-то она так села, и там было, в общем, у нас в школе есть, ну, это, можно сказать, сторож. Вот у нас женщина есть. Они у нас шумеры называются. Они как бы, ну, не пускают всех подряд в школу. Ну, в общем, есть охранник такой, который охраняет, пока идут учебные занятия. И вот она сидела с этой охранницей и говорила ей все время, ты знаешь, я такая уставшая, мне так тяжело. И я так смотрела на нее, думала, чудесно выглядит. А я как раз рядом с ней сидела, и вот и посмотрела, она такая подкрашенная, и такая вся, ну вот, ну не выглядит как больной человек. И вот, оказывается, дочь позвонила ее и сказала, за 2 недели перед занятием, перед сентябрем, сказала, она очень заболела, нашли у нее, в общем, что-то нехорошее, что-то с кровью, все такое. В общем, она ложится на операцию, ей будут делать операцию. Ну и вот время прошло, ей делали операции, в общем, сказали удачно, неудачно. Она лежала в одной больнице, в другой, в общем, все-все. Потом сказали, вроде бы она пошла на поправку, и все начали говорить, ой, все, они все ее знали, потому что этот человек был такой на виду. Она общалась, она заходила к директору нашей школы, можно сказать так, ногой дверь открывала. Потому что много лет работала с детьми, много лет у нее были очень большие связи в мэрии, в общем, где только нет. И потом вроде бы сказали, вот несколько недель тому назад, ой, она опять, в общем-то, хорошо уже ей стало. Прошла все, в общем-то, что ей нужно было, в общем, лечение, и стало получше, потому что видно, она уже и в WhatsApp появляется, уже стали говорить про нее, и она вроде бы не встает, но как бы про нее стали говорить, что она уже как бы уже начала возвращаться к жизни. И потом какой-то момент опять, в общем-то, моя дочь узнает, потому что моя дочь с ее дочью, ну, так вот, в неплохих отношениях, в общем, дети в одном классе, ну и так вот как-то они встречались, в общем, иногда, в общем, как-то так пересекаются. И она ей сказала, что так и так, в общем, она что-то у нее не получается с едой, и поставили ей типа катетера в живот. И я вот, знаете, ко мне вот обратилась дочь и говорит, ну,
Что ты можешь сказать по этому поводу? И вот мне такая пришла очень хорошая, очень нехорошая информация о ней. И я подумала, ну не буду говорить, знаете, такое вот, что говорится, чтобы не накаркать. И я сказала, ой, что-то не идет, что-то, ну, неважно, так себе, или не поняла, или не почувствовала, или не приняла. Но для себя отметила, что да, в общем-то, человек вот-вот уже как бы на исходе. Ну, конечно же, ничего не говорила, потому что, ну, зачем как бы обижать родственников и вообще приносить им лишнюю травму не хочется. Ну и вот сегодня утром, вот с самого утра, дочь мне говорит, что ей сообщили, что эта женщина ушла. И, конечно, очень прискорбно, с одной стороны. Ну, я потом ей рассказала, она мне сказала, ну вот ты же говорила, что как бы это... она должна как бы скоро, вот так вот получается, ей уходить. Но я ей не хотела это говорить. И я сказала, да, я, наверное, плохо мне пришло, не знаю, как-то всю эту мысль отгоняла от себя. Она мне сказала, вот видишь, значит, действительно тебе пришла правильная информация. И так вот иногда думаешь. С одной стороны, доволен, что тебе приходит эта информация, и все. С другой стороны, думаешь, может, лучше и не знать этого всего. Знаете, как говорится, жить в неведении. Но для чего это знать, а потом это помнить? И потом как бы это тебе потом начинает гложить тебя, и ты думаешь, ну вот, как говорят, много знаешь, плохо спишь. Вот так и это получается. Ну, тут, конечно, речь не об этом, а речь о том, что я, знаете, подумала так вот себе, как все-таки в этом мире, не поймешь. Все-таки нам не дано понять, и это, как говорится, не для нашего ума. И мы много чего в этом не понимаем, или, можно сказать, вообще ничего не понимаем, Божий замысел мы не знаем. И нам вот кажется, это вот, ну, несправедливо. А мы не знаем, где какая справедливость, на чем она основана, как измеряются, какие мерила на высших весах. И, может, нам и не нужно это узнать, может, наш разум не так построен, чтобы он это все знал. И, может, знаете, тогда он будет воспринимать неадекватно, потому что не сможет обработать данную информацию. Это мне напомнило, когда-то давно я читала один фантастический рассказ. Ну, вот не помню, как он называется, но на всю жизнь я его запомнила. И там, в общем, в нем рассказывалось, что, в общем, космонавт, он вылетел в космос, там встретил какую-то сущность, и она, в общем, оказалась живая. Она была, в общем, в космосе, она летала. И это был просто чистый разум, которому не надо был ни корабль, не надо был ни какие-то одежды. Это был чистый разум, это была такая совокупность сущностей, которые они путешествовали во Вселенной. И когда космонавт, а как он столкнулся с этой сущностью, у него произошла авария, и его выбросило в космос. И он, в общем-то, должен был почти вот умирать, потому что уже кислорода почти не осталось у него в скафандре. И тут он почувствовал, что как бы был спасен. То есть эта вот сущность, она его спасла. Спасла, а что-то заинтересовало ее в нем. Непонятно что. И, в общем, ей было или интересно узнать. Она поняла, что это тоже что-то живое, но как бы отличное, отличительное от нее. И вот она начала с ним входить в контакт. И, в общем, они как бы входили... Это был чистый мозг. В общем, эта сущность, это был чистый мозг, а человек был для нее чем-то таким, ну, непонятным и удивительным. Ей захотелось с ним пообщаться. И вот она, эта сущность, она пообщалась с человеком и поняла его для себя. И тогда, через время, она, в общем, сказала, ну, как не сказала, ну, как бы, в общем, телепатически передала ему такой позыв, что теперь я хочу рассказать тебе о
о своей жизни, о себе, о нас, о мне, обо мне. И когда человек почувствовал эту информацию, которая ворвалась ему в мозг, он сошел с ума. Вот хочу вам сказать, дорогие мои, может, и нам действительно и не нужно чрезмерное огромное количество информации, чтобы не сойти с ума, потому что мы, в общем-то, по большому счету, не так сильно энергетически, не до такой степени энергетически сильные, и нам еще до высших сущностей нужно далеко-далеко расти. Вот, это конец января, а у нас тепло, видите. Какая хорошая погода, скоро начинается февраль. Вот. И у нас несколько дней, вот сейчас вот просвет, нету дождя, но обещали, еще через несколько дней будут сильные дожди. Я вот вам хвалюсь своей хорошей погодой и вот по пути рассказала вот такую вот грустную историю. Хотелось бы услышать ваше мнение. Всех люблю, всем желаю счастья, здоровья и берегите себя, дорогие мои. Пока-пока. Ваша я.